Вот такая вот архитектура в Плейна. Вот люди фотографируются, как будто никогда стены не видели. Тут такой интересный магазинчик продовольственный. Продают цветочки, еду. Магазинчик называется Farmers Market. Вот такие цветочки красивые. Помидорчики стоят 2,99. Сливы, фрукты, виноград стоят 2,99. Яблочки стоят 1,99. Покажи их. Ну, по виду такие же. Просто здесь вот написано, что это Плейна, там вот кто-то делает и продает. Молодцы такие. Мед. Техасский мед. Техасский мед. А это вот эти вот, вот он, техасский мед разный там. А почем он получается? Ну, вот этот вот стоит $20. Мишка такой. $20 стоит такой этот техасский стоит мед. 11. Этот стоит 1. Сколько там грамм? Банки. Здесь... 0,5 килограмма, 1 паунд. Это что такое? Там какой-то арбуз, банан, апельсин, лимон зеленый, конфеты. Вот, они. Вот даже здесь продают арбуз. Он стоит, что он же подвял, 1,90 рубля. Такая скибочка. Цены вы видите все, в принципе, не буду говорить. Такой тоже прилавок лука. Вот. Чипсы мексиканские стоят $7, такая упаковочка. О, вот это редкий фрукт. Патиссоны. Почем он? 8,99 за паунд. А может и патиссон? 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 Штука, мне кажется. Нет, за паунд. А убей это паунд, да. А вот есть вот такая Indian corn. Разноцветная. Держи, держи. И вот она черная. Это, наверное, делать. Вот подержи их вместе, у тебя сколько. Вот так вот сейчас. Ой, техасский стол. Есть еще здесь такие финики. 2,99 стоит паунд. А вот это сахар. Нет, даже не. Даже не знаю, что это. Здесь есть еще яйца, мини-холодильничек. Здесь еще есть такие интересные тыковки. Вот фотозона, в принципе. Еще людей много, вот люди фотографируются. Вот такой замечательный магазинчик.